Вау! Санту Донокру! Здорово, Макс! Видеоблогер! Это Макс! Здорово, блогер! Все верно, попадешь на YouTube! Все верно, прям на YouTube! Внимание, блок. Блогинг. Молодец. Как вы относитесь к блогингу? Вести блог. Короче, ты кто-то попробовал.
все знают. Это бескусие. Естественно. Прям все. Это прямой эфир. Это прямой эфир. Это перископ. Нет, да. Нет, это Инстаграм. Просто мы готовимся. А можно два? Да, Инстаграм. Сейчас пойду, что вы меня. Первая твой 5 карты сказал. Да ты не можешь видеть. Стыдно. Почему ты указываешь, что ты делаешь? Потому что мы командная игра. Она женщина в том деле. 5 карт в первом бой. 5 карт, я же тебе сказал. 5 карт. Что ты сказал? Никто же не обсуждал. Обсуждали? Держи. Нет, я не тебя не обсуждал. Не говорю, что я сказал, вот говорю, вот там все, что есть. Да, ты не говорил такого. Нет, нет. Я не себе, я не даже 5 карт. Обои не было, обои не было.
Они хотят нас выиграть просто. Ну, давайте с самого начала начнем, и все. Да ты че? Вот, все. Держи. Все. Держи. Давай. Я же открывался. Да все, я спалил. Играем по жесткому. Играем по жесткому. Короче, ты берешь. Ну, все. Короче, мы проиграли. Я выиграл. А мы сами выиграли. Отжимай. Выходите еще играть. Играем на отжимание. Это что? Медалки отбился там. Что ты скажешь по поводу сегодняшнего блога? Я тебе сейчас скажу. Скажи пару слов. Сиди. Он не курит, ребята. Я стесняюсь. Я думал, микрофон. А почему ты мне? Прямой эфир. Мы когда-нибудь играть начнем по-нормальному? Да, у меня семерка, все. Семерка. Вы проиграли, потому что... Да почему? Что, первый бой 5, так? Да, что, у нас шесть. Первый бой 5, так? Здесь. А, 6. 6. Ну, пожалуйста, уже, да. Первый бой 5, так? Нет? Да. Да? Нет. А что ты меня тут спрашиваешь? Я вас всех спрашиваю. Да давай, смотришь все на глаза. Потому что ты мне все подкидываешь. Я вот как он спрашивает. 6 или 5? Давай сейчас бой до того. Это шестикарта. Да. У тебя сейчас возможность есть нас утопить просто. Да, вообще утопить. Опа. Вообще. Тяни. Спасать не надо, да? Вот надо. Я не кидаю, не кидаю. Ты кидаешь, но нет, не кидаю. Я не кидаю. А, не кидаю. Так. Что по бесконтроле? Зыр. Бабы поиграли. Нормально, все, давай подкидывай меня. Смотри, главное, если ты берешь карту. Если ты меня подкидываешь, то я подкидываю. Главное, семерку не дал, потому что короля кинул, потому что... Я? Кто? Я? Да. Я не буду просто. Здесь на полосе. Короче, знаешь, черный не любит. Стакидаем. Слишком дурно. Я тебе даю шанс исправить свое положение. И мы будем с тобой друзья. Вот ты сейчас попадал хорошо. На ходу наша дружба. То есть ты наша дружба. У картишек нет братишек. Мы не были друзьями. У картишек нет братишек. У картишек нет братишек. Все, спасибо. Вы карты доберете? А я вышла, да? Нет, сейчас ты возьмешь картишки. Вышла, возьмете? Вот тебе я сдался. У всех смотрит такое направление. Представляешь, как ты смотришь. Я загуглил то, что можно смотреть. Посмотрим, я серьезно. Нормально, нормально. Так а что с Пипа? А что у нас с Пипа вообще? Пипа. Пипа. И в конце какую-то еще кинул. Осторожно, вот я потом из этого отбился. Ты на грани. Все правильно было. Нет, ты проиграл. Вы не умеете, хотите теперь ты на него. А что ты мне объяснил-то свой? Как
Там все, ты в конце три семерки мне кинул. Я все правильно. Я отбил. Строено, издвоено. Ну, давайте уже занимайтесь спортом. Ходи на него. Видишь, я отбился, ты ходишь на него. Понимаешь? Ваня, скажи, что ты есть? Да у меня ничего нет. Малин. Да у меня ничего нет. Давайте потому что танцуем. Я не поняла, почему про меня забыли? Ну потому что сиди, нет. Ты можешь... Нет, ты же не подкидываешь же ему. Ну, нечего кидать. Все, нечего кидать? Ну все, отбивайся. Я вообще не знаю, что вы делаете. Вот что? Она? Да. Ну смотри, вот я отбился, да? Я отбился. Подожди. А Аня, типа, вот вместо меня... Так он же должен был ходить на Аню сейчас. Нет, я же отбился. Ну... Я отбился, ну командная игра, понимаешь? В команде, она потом ходит на него. О, черт, видишь? Я ничего не понимаю. Это не простой дурак, где каждый сам за себя. А там, где... Смотри. Да хорошо, может, давайте уже поднянемся, что ли, хоть? Поднянемся. Короче, когда играем 2 на 2, мы не подкидываем друг друга. А если, короче, одна выходит, да? То я как бы там и там сижу, понимаешь? Короче, по такую музыку лучше делать, так вот. Вот, смотри, да не, вот так вот надо делать. Нормально. А что еще? Что, пойдемте в теннис играть? Пойдемте там сюда. Пойдемте, 2 на 2. Ты сыро, я забыл. Я боюсь поговорить. Я тоже не умею. Жека охуенно играет, Жека лучше всех играет. Конечно. В каком поединке? Просто ты сыра, я сыра. Нет, я Саня. Да вы проиграете тогда. А? Вы тогда проиграете. Зачем? Давай, один на один. Зачем так проиграем? Я вам, допустим, хочу сами себе сыра. Да тоже. Не получится. Почему? Что, там сыра, давай? С кем? Кто? С тобой, Лена, сыграйте. С удовольствием охуеть. А что? А ты пришла в чем? Когда-то не влезем. Понимаешь, что я в городе?
Thank you.
Давай сыграем. Да. Но я не мастер. О, я типа мастер. Но я не сыграю.
Скажу тебе одно, Андрюха лучше меня играет. Она все равно снимает. Все равно снимает. Женщина с ребенком, тогда еще мы с тобой были ребенки. 36, 40, 36. 40 тебе? Да, да просто так, я еще не говорю, что так. 36. Когда я с Димой встречалась... Когда он встречался с женой, и у него был ребенок, мы еще с тобой были ребенки. Да? Да. Ну ты можешь сказать, сколько ему лет? Я не знаю точно, это число, блин.
ладно, проехали, ладно. По зубам надо считать, если зубы хорошие, то значит, а молодой, если плохие, то старый, значит, ну когда... А фиксы, ты оливал? На зубах не фиксы, Ложатся. Чё, смотрю, уже стало тяжело, да? Вообще, нет, пока не тяжело, я стесняюсь. Чё, будешь Ира играть? Ну, конечно, будет. Давай. Я такой большой день не сыграла. Я тоже играл. Да. Вообще прикольно. Я не умею в такой играть, честно. Вот правда. Я еще один из прикольный. Ну да, ну давно когда я играл. А где ты играл? А, бонусы есть. Да, есть. Но я играла не в бонусы. Линчики. Линчики? Мне кажется, я не самый удачный партнер. Душа! Пойдай сюда! Зачем? Пожалуйста! Чего? Ладно, не хочу играть. Что случилось? Я играть не умею. Ну, играть тоже не вот. Да он тоже не умеет. Конечно, он да, это все команды все делает. Я хочу учиться. Ты что, мы уснем? Там слово уже это что ли? Как ты не мешаем. Как ты так подаешь пальчиком? Как? Он не странный. Так что ли? Да. Я не понимаю. Да? Да. А все подаешь? Нет. Я так не выйду. Нет. Давно уже. Я про планету вообще не в курсе, что это такое. Вообще даже не знаю. Кстати, уже 100 лет нету. Я последний раз там была на втором курсе. Я очень, очень давно. На ком я вообще не знаю, что мне не посетили. Ну, по-моему, нам студенческую вечеринку делали каждый год. По-моему, третий этаж. Не ходили? Нет. Да. Что там? Он просто стоит закрытый. Его ничего с ним не делает, его никак не эксплуатирует, просто стоит там. Да, да, да. У меня просто есть где остаться. Посмотри. Слушай, не будешь драть диваны? У меня просто котов не берут, они все пакостят. Я их потом больше не буду драть. Если ты не будешь пакостить, я тебя возьму. Да просто коты пакостят. Я что, больше? Я ему говорю, ты будешь обои играть? Нет. А клеить спроси. А, то клеить будешь обои? Ну, клеить, знаешь, клеить обои? Если ты мне это... Ну, это тоже. Клеить обои. Клеить обои. Клеить обои. Ну, что, смотри, у вас обои клеится, игра? Однако. Вам нужно местами поменяться. Ну, зачем? Пусть лучше камеры. Все легко. Чудесные. Да, вид звезды. Чудесные. Вот, девушка, Юра. Тепло. Семёна. Было чудесное.
последнему будет самое очень ненавистное. Ну, в принципе, все. А я вижу, что нету. Все, подожди, ты побила? Я отбилась. Да, 7, 10, крести. Как она и сказала. Это я был должен был брать. Я что, я беру? Что, ты выиграла?
Скажу, ребята, ну я точно не останусь. Сейчас мы посмотрим. Заранее. Бита. Делайте ставки, господа. Шесть король, я уже второй раз как-то отбиваюсь. Можно вот просто. У вас таких, конечно, нет, ребята. Саня, говорит, шесть, у тебя шесть? Нет, блин, четыре, но я под последний сам беру. Хорошо сидишь. Проснулся и просто понял, что если я пойду на борт, это вариант, что я простыну ногу, короче, и не стал вставать. Я представилась? Ну, сейчас, знаешь, а витаминоз, конечно, все. Надо витаминоз. Солнце вообще, я не витаминоз. У меня вот все. Что? Заявка на вход мой. Ну, что, почему? Ну, все, каждый сам для себя, друзья. Каждый подавать можно подавать. Да, все, все подают, короче. Я слышал, что он говорит, подавать можно вообще без разбора. Каждый сам за себя. Предлагаю игнорировать это правило, выбирать себе призвание. Вот это задача. Да он меня предаст сразу. Ну, блядь, сразу тебе выбегал. Он почему-то все время сами на сегодня встает, сюда снова ждем команду. Чтобы они в команде были, а мы с тобой в команде. Я не понимаю, что это. Давай, давай. Ты что? У тебя все есть, что ли? Сейчас будем делиться. Мария, брат, два. Я специально тебе прикону. А ты же.
Ну что, ребята, видео подходит к концу, может кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Я хочу передать всего привет. Всего хорошего. Я знаю слово полностью. Я знаю слово полностью. Победа. Я выиграю. Я думаю, я выиграю. Представить девушке слово. До свидания. Ну это тоже было неплохо. По крайней мере, она не ушла так близко. Счастья, любви, удачи всем. Ребята, я с вами. Я хожу, да? А с кем? Что, мы попарим? Нет. Уничтожь ее. Нет, нет, есть.
слово играть. Ну, у меня есть слово. Да, у меня уже руки пахнут, с дневалкой. Кондировщица? Да.